Мы тут неожиданно попали в пионерский лагерь малазийцев. Наконец-таки, вот оно море. Ехали. А где обезьянки? Короче, какой-то пиздеж и провокация какая-то. Машенька, ты не расстраивайся, что здесь нет обезьянок? Где? Надо было сам же ловить ее и начинать фотографировать. Купать ее. Ну что, купаться-то будет? Что-то не знаю. Потом мокрые кушать идти. Потом еще время сухие ходят. Да. Там мы все время сухие ходим. Когда собирались, Маша за пляж была. Когда приехали, опять вот мы были. Нет, я пошел. Ходим. Андрей. Море, ноги не помню. Накипело. Саша, все, останавливайся. Не, ну слушай, давай до ко мне дойдем переодеться-то, там надо девчонкам будет. Да я-то так тебе. Не, ну ты-то понятно, ты вообще красавчик. Вот он, пляж с обезьянами. Как видите, обезьяны здесь есть.